Всем привет, с вами как обычно Виктор, и я вновь играю в Risen. И прежде чем я перейду к игре, я хотел бы сообщить вам одну новость. Вы наверняка знаете, что сейчас я учусь в универе, плюс, помимо этого, у меня вот сейчас добавились к учебе вечерние курсы, и из-за всего этого времени на что-либо другое просто, ну, катастрофически не хватает. В какие-то дни я приезжаю домой 11:30, а в 6 утра уже нужно снова вставать. И, как вы понимаете, ни о каком ютубе, ни о каких играх здесь речи просто идти не может. Сейчас вот я выкроил немножко времени для того, чтобы рассказать вам обо всем этом, ну и вместе с этим записать еще один видеоролик. Такая ситуация будет до конца декабря, как будет дальше, непонятно. Поэтому либо сейчас на канале роликов не будет вообще, либо вот что-то будет, но очень редкое, и никакой стабильности, ничего я обещать, к сожалению, не могу. Я надеюсь на то, что вы вроде как адекватная аудитория у меня, что вы поймете, поддержите меня в этом. Конечно, я знаю, что некоторые сейчас начнут писать то, что я придумываю какие-то отговорки, что мне все это надоело и прочее, прочее. Ну, как хотите, так и думайте, в общем-то. Это ваше дело. Я вот сообщил все как есть. И просто прошу понять и какое-то время вот, ну, наверное, просто подождать, что ли. Пока я ничего не бросаю, то есть, возможно, даже буду выпускать периодически видеоролики, но ничего обещать пока что не могу. Вот как-то так. Так, ну а теперь давайте перейдем непосредственно к видеоролику. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что проучили Брогара. Мы сразились с ним на арене. Вот. Мы заодно, кстати, закрыли вообще все квесты, связанные с боями на арене в лагере. В принципе, неплохо. У нас осталось вообще вот всего 3 квеста. Вот. И я думаю, что именно вот ими мы сейчас и будем с вами заниматься. Так, Брогар... Это твоя доля. Брогар больше ни о чем с нами не хочет говорить. А вот я предлагаю сейчас поговорить с Рэйчел. Вот у нее по-любому есть и для нас какие-то новости. Ну и мы давайте сообщим о том, что разобрались и с Брогаром. Но он сидит с Сиднем и пьет с утра до вечера. Насчет лагеря. Похоже, все вернулись к работе, которую ты им назначила. Я смотрю, ты не такой, как все. Впечатляет. Должно быть, есть что-то еще, что нужно сделать. А ты упертый парень, похоже. Вот, бери, ты это заслужил. Будем надеяться, дальше в этом лагере все пойдет хорошо. Ну, я уже достаточно сделал, чтобы увидеться с Доном. А как мне объяснить ему это, не упоминая, как тут все было плохо раньше? Слушай, между нами. Если ты правда хочешь попасть внутрь, то знай, что Дон одержим сокровищами. Найди ему что-нибудь подходящее и сможешь с ним встретиться. Иди и поговори с кузнецом Оскаром. Я уверена, он даст тебе пару советов. Ну, она намекает на то, чтобы мы изготовили меч для Дона. Вот, мы с вами уже, в принципе, в течение длительного количества времени нашли все необходимые осколки, вроде как 5, да? Вот, и, в принципе, теперь мы можем, вот, буквально в прошлой серии с Брогаром мы получили последний осколок, и теперь мы можем попробовать собрать этот меч. Вот, ну там вроде еще, кстати, какие-то диалоги были. Говоришь мне не то, что вы не... Кстати, но... ты была права. Брогар отступился. Спасибо. Теперь тут будет поспокойнее. Ты не волнуйся, я это все так не оставлю. Подсуну что-нибудь ему в еду, когда он этого меньше всего ожидает. Я знаю такие яды, от которых человека будет несколько недель наизнанку выворачивать. Хм, может мне воздержаться от твоей еды в будущем? Вот, ты заслужил награду. И еще одна вещь. Не говори ничего Эстебану, он все на меня свалит.
Мне ни к чему навлекать на тебя неприятности. А теперь, раз с этим покончено, вернусь-ка я к работе. Спасибо за помощь. Если что еще найдешь, скажи мне. Мне нужно где-нибудь поспать. Займи лачугу Брогера. Вряд ли кто-то готов оспаривать твои права на нее. Ну, я сюда прибыл с полным ртом песка. Так что лачуга на болоте — это уже прогресс. Насчет лагеря. Можешь больше не волноваться насчет запасов еды. Сэм вернулся к охоте. Да, я слышала. Похоже, ты умеешь ладить с людьми. Вот, возьми золото. Только все сразу не трать. Что-то она мне прям задарила золотом. Сколько у меня? Офигеть, 756 монет. Вот просто, буквально за последние там 10 минут и начало этой серии мы с вами так сильно обогатились. И я даже знаю, куда сейчас пущу это золото. Пущу я его на прокачку владения мечом. Мы, кстати, вот только что получили новый уровень. Еще 10 очков обучения. Я думаю, что ну хотя бы вот на троечку нам владение мечом все-таки прокачать надо. Ну давно обещаю. Почему бы наконец-таки не выполнить это обещание? Так, а сначала давайте поговорим с Оскаром и покажем ему все эти обломки меча. Я собрал все осколки клинка. Моя правда была. Прекраснейшая работа. Ему повезло, что тут есть я, и я могу вернуть его к жизни, а? А что ты тут стоишь и смотришь, как будто от меня какой-то награды ждешь? Ладно, возвращайся, когда я закончу меч. Я тебе покажу, на что способен настоящий мастер. Вот так. Феникс возрождается из пепла, а? Прекраснейшая штука, правда? Он прекрасен. Правда ведь? Все, отдай, отдай немедленно, а то еще поцарапаешь. Так, в смысле отдай? Вообще-то, по-хорошему, этот меч я должен забрать себе. Ну, я как-никак собирал обломки этого клинка. Мне он сейчас пригодится для того, чтобы попасть к Дону. А что-то вот мне кажется, что если я оставлю его себе, то ну ничем хорошим это мне... Ну, короче, ничего хорошего от этого не будет. Вот, нужно как-то с Оскаром договориться, поэтому давайте мы сейчас его отдадим. Спасибо. Хороший у него баланс. Вот, забирай. Ага. Когда Дон его в руки возьмет, станет самым счастливым человеком в мире. Если бы я хотел получить этот меч, во что бы это мне встало? Да к чему тебе это? Этот меч для Дона. А, я тебя раскусил. Хочешь при помощи этого меча с ним увидеться? Сколько? У тебя денег не хватит. Я слушаю. Ладно. 200. Мне пришлось на славу потрудиться. Ну, 200 так 200, золото у меня сейчас есть. Так что, ну, не жалко. 200 монет? Ладно, давай сюда меч. Ты у кого столько денег украл? Хорошо, вот тебе меч. Только не забудь сказать Дону, кто его сделал, хорошо? Так, ну давайте хоть посмотрим, что это за меч-то такой. Урон у него, кстати, побольше, чем у нашего. Ну, не намного, но... Выглядит он действительно, слушайте. Убери оружие. Хорошая работа. Ну да, выглядит он неплохо так. Золотой такой, прикольный. Вот, ну-ка. Квест у нас завершился, но я сейчас предлагаю поговорить с Рэйчел. Может быть, мы можем ей сообщить? А, ну да, смотрите, как раз мы можем ей сообщить. А насчет того, что мы добыли этот меч. Я слышал, Дон хотел заполучить меч. Золотой меч. Так вот, он у меня. Ты это серьезно? Ты действительно смог собрать все куски? Просто невероятно. Даже не скажешь, что он был сломан. Оскар безупречно знает свое дело.
Я так думаю, этого достаточно для встречи с Доном. Шутишь, что ли? Он за такое разведется со мной и женится на тебе. Полагаю, я могу войти. Ну что ж, вот мы и наконец-то получили доступ к Дону. Возможно, именно сейчас мы сможем уже присоединиться к бандитам. Так, прежде, вот у меня сейчас есть достаточно много золота. Пока я не забыл, давайте немножко прокачаем владение мечом. Я хочу улучшить мои боевые навыки. Так, я, значит, хочу... Научи меня владеть мечом. Отлично. Теперь я расскажу тебе, как контратаковать. Если удары сыплются на тебя дождем, тебе нужно отбить оружие противника в сторону. Таким образом, он окажется незащищенным, и ты сможешь атаковать его. Это сделать нелегко. Ты должен почувствовать тот самый момент, когда нужно отбить удар и напасть самому. Потренируйся в этом, а я помогу тебе. Но помни, это работает только тогда, когда тебя атакуют. А если твой противник пытается парировать удар, у тебя ничего не выйдет. И что интересно изменилось? Вы можете контратаковать и прерывать атаки противника. Ага. Ну, пока это мне мало о чем говорит, но... Окей, хорошо. Так, а куда он убежал? Я хотел бы еще изучить следующий уровень владения мечом. Это будет стоить еще 300 монет. Научи меня владеть мечом. Ты атакуешь противника спереди, верно? Но тебе нужно уметь куда больше. В каком смысле? Используй боковые атаки. Чередуй их, чтобы сбить противника с толку. И ты можешь использовать импульс своего бокового удара, чтобы нанести второй удар. Используй все свое тело. Так ты сможешь нанести больше ущерба. Ну что ж, я обязательно попробую это сделать. Вот, мы изучили, значит, какие-то боковые атаки. Это все, конечно, нужно проверять, это нужно тестировать. Вот, я так сейчас даже не скажу. То есть хорошие эти штуки, нехорошие. Я не знаю, то есть увеличивает ли как-то вообще вот чисто... вот эта вот прокачка, наш урон от оружия там или еще что-то добавляет, пока непонятно. Мне кажется, что это только добавляет нам вот всякие различные вот такие вот преимущества в бою, типа там нанесение ударов сбоку, типа там контратаки, типа вот потом контратаки смогут ранить противника, если мы прокачаем еще один уровень, вот, и так далее. То есть по квестам. А по квестам у нас все классно, мы завершили вообще все возможные квесты, которые мы с вами набрали с самого начала игры, то есть ничего, как видите, не осталось, все у нас находится в выполненных, и это не может не радовать. Я думаю, что теперь можно наконец-таки повидаться с Доном, и давайте сейчас не будем терять времени и сразу это сделаем. Стой, где стоишь. Больше ни на шаг я не подпущу тебя к Дону. Охрана. Наверное, это действительно важная работа. Самое важное в лагере. Я слежу за тем, чтобы никто случайно не забрел к Дону. Ему очень сильно не нравятся эти забредшие. И я не собираюсь тревожить Рэйчел, а то не получу свою жратву. Так что проходи дальше, не задерживайся. Рэйчел сказала, я могу поговорить с Доном. Правда? И мне просто поверить тебе на слово, да? Может, мне ее сюда привести? Уверен, она будет в восторге от того, как исполняются ее приказы. Да-да, хорошо, я все понял, проходи. Только не беспокой его, а то Рэйчел подаст на обед наши с тобой кишки. Ну что ж, мы получили доступ к Дону, и давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. У тебя привычка входить без предупреждения. Кто ты? Я потерпел кораблекрушение. Пришел предложить свои услуги. Кораблекрушение? Мне нужны настоящие мужчины, удачливые.
Ты видел, как твой корабль терпит крушение? Ты считаешь это удачей? Когда все погибли и выжил я один, я считаю это удачей. Хм. Полагаю, мы все потерпели крушение на этом острове. Отверженные жизнью, теперь отрезанные этими штормами. Я дам тебе шанс, чужеземец. Докажи мне свою удачу. Я принес тебе меч, который ты искал. Хм. Это работа Оскара. Я сразу понял. Мы оба искали этот меч с тех самых пор, как узнали о нем. Вот оно. Прямо у меня в руках. Вот, возьми золото в награду за свои усилия. Гордость съедена заживо в этом проклятом болоте. Проглочена злостью. Отравлена праздностью. Иногда мне кажется, что Финчер — единственный человек среди них, у которого осталось самоуважение. Он сказал мне, что у тебя есть гордость. Но есть ли у тебя твердость? Мне очень нужна гордость. Поэтому я предоставляю тебе шанс доказать, чего ты стоишь, чужеземец. Я бы хотел узнать больше о том, что здесь произошло. Почему ты и твои люди оказались на болоте? Инквизитор глубоко вонзил свои когти в плоть этого острова. Крепко стиснуты Харбортаун и монастырь. Вот что он думает. Так кажется и всем остальным. Число членов Инквизиции растет. Люди поступают к нему на службу. Я вижу, как человек наживает себе врагов. Человек тратит свои силы на тварей в развалинах. Потому мы затаились здесь, как паук в углу своей паутины, и выжидаем. Что ищет инквизитор на развалинах храма? Белые мантии забирают все, что находят в монастырь, а там маги трудятся над разгадкой тайн. Это все, что мне известно. Пока они сторонились этого храма. Но сколько это еще продлится? Белые мантии не нападали на тебя? Сейчас они избегают открытых столкновений. Но если они не найдут того, что ищут на других руинах, я уверен, они обратят свои взоры на нас. А что было до того, как появился инквизитор? Продажные власти, как в других землях, которыми правит материк. Один чиновник сменяет другого, тянут жилы из народа, борются за власть. Когда они отправили своих людей на материк, мы уже были готовы. Во имя нашего народа я взял все под контроль. В борделях стало чисто, цены снизились, у людей появилось достоинство, гордость. Потом разверзлась земля, и выросли развалины храма. И инквизиция со своими методами пришла вслед за этим. Почему сюда? Из всех мест, почему именно сюда? Он от нас что-то скрывает, инквизитор. Но я узнаю его тайну. А тем временем я выкапываю из руин столько золота, сколько возможно. С золотом можно сражаться за власть. Что ты планируешь делать? Я хочу вернуть себе город. Это наш город. Он принадлежит жителям острова, а не материка. По этой причине я оставил в городе своих людей, когда мы уходили. Они должны были присылать мне информацию. Но я уже несколько дней ничего от них не получаю. Кажется, настали времена, когда все идет не так, как задумывалось. Как я могу помочь тебе? Узнай, что случилось в Харбортауне. Разыщи моих людей. Не представляю, живы ли они, в тюрьме, погибли, или еще хуже, не переметнулись ли они к врагу. Ступай в город, разузнай, что случилось. Назови имена своих людей в Харбортауне. Нет. Я тебе еще не доверяю. Отправляйся в город, ты найдешь их. А если нет, и тебя вдруг схватят, то без имен есть шанс, что они останутся на свободе. Я не буду подвергать своих людей опасности.
Я согласен отправиться в город для тебя. Хорошо. Иди и узнай, верны ли мне мои люди. И еще одно. Да? Инквизитор, собери о нем все сведения, какие только сможешь. Здесь, в этой дыре, я слеп и глух. Я должен знать, что задумал этот фанатик. Ради своего народа. Ради своего острова. Ну что ж, вот у нас наконец-то появилась та самая задача, с которой мы теперь можем отправиться, наконец, в Харбортаун. Вот, теперь я думаю, что действительно нужно туда наведаться. Так, только... Только давайте спросим, а что насчет доспехов? Если хочешь, чтобы я тебе служил, мне нужны доспехи получше. Милость надо заслужить. Докажи свою ценность, и милость появится. А как насчет золота? Тебе заплатят все, что причитается. Или в вопросе было больше, чем просто корысть? Ничего. Это был просто вопрос. Хм. Что ж, даже у тебя есть секреты. Так, ну что ж. Я так понимаю, ничего мы пока что не получим, пока не разберемся с ситуацией в Харбортауне. Окей. Так, но что насчет остальных людей, которые здесь находятся? Ведь тут я вижу еще достаточно много народу. Что тебе нужно? Что за этой дверью? Никому нельзя в покое Дона. Даже не думай об этом. Тебе не сдобровать, если будешь здесь околачиваться. Точно. А что за дверь? Давайте сохранимся, мне просто интересно. Оставайся на месте. Окей, ладно, я понял, нас туда не пропустят. Вороватая крыса! Ну, я так и думал, что именно это произойдет, когда мы решим стащить немножко золота. Ну, блин, я хотел совсем чуть-чуть стащить. Ну, вы видали эту огромную кучу золота. Я вот, кстати, даже немножко не понимаю, а куда? Куда нужно столько золота? Для чего? Вы посмотрите на это огромное количество. Чего тут только нет. Конечно же, отсюда прямо все мы стащить не можем. Но вот немножко золота, немножко всяких разных вот таких вот золотых украшений, каких-то вот подсвечников, вот всяких тут серебро. Серебро? Ну пусть будет серебро, окей. Вот, это все мы, кстати, как-нибудь наверняка можем аккуратненько здесь подкрасться и стащить, но сейчас я этим заниматься не буду. Также здесь у нас находится непонятно кто. Это очень похоже, кстати, на орка. Не трожь, не твое. Я смотрю, у тебя тут нехило золотишко. Это из развалин. Люди Дона как пчелки трудятся, а я пчелиное жало. Как так вышло, что Огр сторожит бандитское золото? Дон Эстебан спас мне жизнь, так что теперь она принадлежит ему. Я Каракас. Работаю на Дона Эстебана ради своей чести. Дон, видимо, доверяет тебе, раз оставил одного с такой кучей золота. Дон Эстебан говорит, нет никого лучше, чем Каракас. Для меня важна лишь моя честь. В золоте нет чести. Лишь жадность. Похоже, лучшего охранника Дону не найти. Кое-кто пытался испытать Каракаса. Никто не прошел. Верю тебе на слово. Те, кто не верен, находят смерть. Те, кто верен, учатся у меня, чтобы защищать Дона Эстебана. Ты здесь тренируешь бойцов? Дону Эстебану нужны сильные руки и острые топоры. Я хочу улучшить мои боевые навыки.
Так, он, значит, может обучить меня силе и топору. Окей, это пока что мне не интересно. Я немножко ошибся, это не орк, это огр. Вот, ну, я был близок на самом деле. Так. С кем тут можем поговорить? Финчер. Кормак. Это что-то типа здешнего мага, но я так понимаю, он больше скорее занимается алхимией. Танцовщица, она вряд ли с нами будет ты говорить. Ты чего-нибудь хотел? Так, и больше здесь, я так понимаю, ничего интересного нет. Хотя, на самом деле, мы можем пойти дальше вглубь этих развалин. Я не знаю, что нас там ожидает. Наверное, сейчас это не стоит делать. А, ну вот, смотрите, я забыл. Упырь, во. Там находится. Ладно, сюда мы тогда пока что не полезем. Это такая маленькая защита. Но я так понимаю, что рано или поздно нам туда все-таки придется отправиться, когда мы станем немножко посильней. Так, давайте я одену все-таки меч. И давайте мы сейчас тогда поговорим с Финчером. Давайте начнем. Значит, Дон дает тебе шанс. Да. Повезло тебе. Повезло. Я знаю, как это выглядит. Он, скрывающийся в том храме. Позволь дать тебе совет. Не пренебрегай им. Он просто выжидает время. Остров принадлежит Дону. И он собирается вернуть его себе. Что ты делаешь для Дона? Я занимаюсь его делами. Присматриваю за людьми. Сейчас это в основном означает Инквизиция и Белые Мантии. Раскопки ведутся на нашем острове. Какое право имеет Инквизиция все отбирать? Если ты не хочешь, чтобы они и тебя забрали, лучше тебе потренироваться. Ты ожидаешь нападения Инквизиции? Они наращивают свои силы, приближаясь с каждым днем. Это вопрос времени. Рано или поздно они попытаются перейти в наступление. Что ты имеешь в виду? Они забирают все? Они повсюду. Их группа расположилась недалеко от болота на юго-востоке. Они разграбили руины замка, которые выросли там из-под земли. Если бы мы смогли захватить тот сторожевой пост, это удержало бы их там подольше. И у чудовищ был шанс уменьшить их ряды. Почему же вы не захватили его? Кто должен был удерживать белых мантий? Брогер и его бойцы. Брогер не станет рисковать. Брогер ушел спасать свою шкуру. Он не будет рисковать собой или своими людьми. И кто, по твоему мнению, должен повести его бойцов? Я займусь этим. Ты? Здесь никто ничего не делает. Кто-то должен встать во главе. Пришло время действовать. Вперед, скажи бойцам, что я прислал тебя. Возглавь нападение. И положи на лопатки белых мантий. Я хочу улучшить мои боевые навыки. Так, а он может обучить нас немножко владению арбалетом. Я так сначала немножко смутился, почему на второй уровень. И вспомнил, что у нас же надето кольцо на прибавку к арбалету. Так, окей, мы получили задание на захват лагеря с артефактами. Я вот так и не понял, что за лагерь, но... Ну, я... Блин, пока что не ориентируюсь в этой карте. Вот, но вот... Вот, где-то вот здесь, вот если мы выходим, если вот это вот... Я не знаю даже, что это такое. Вот, где-то здесь должен находиться домик Яна. И там вот как раз-таки рядом находится небольшой вот лагерь. Может быть, именно его нам нужно захватить? Я пока что не понял из разговора. Вот, но... Надо с этим разобраться. Вот. Так, а что может нам сказать Кормак? Что мы можем для тебя сделать? Возможно, немного подлечить? Подлечиться было бы неплохо. А, у меня есть зелье для заживления ран. Я хорошо разбираюсь
в искусстве алхимии и сам готовлю многие снадобья. Можно ли мне научиться алхимии? Смотря чему. Готов ли ты к обучению? Твой ум открыт новым знаниям? И вообще, готов ли я учить тебя? Что ж, думаю, да. Но есть опасность. К этой науке нельзя относиться беспечно. Я буду направлять тебя, но и тебе самому следует остерегаться. Трудно ошибиться, смешивая зелья. Обычно да, но мы используем довольно странные компоненты. Мы далеко от материка, и у того, что мы находим в этих храмах, неведомые нам свойства. Мой последний эксперимент едва ли не стал последним в буквальном смысле, если ты понимаешь. Так что будь осторожнее. Расскажи мне о своих исследованиях. Я преклоняюсь перед той силой, что возвела эти храмы. Разгадываю их древние и опасные тайны. К примеру, этот камень. В древности его называли обсидиан. Чрезвычайно крепкий. Из него они делали оружие и доспехи. Оружие из него должно получиться очень мощным. Если бы после них хоть что-то осталось... Ты маг, и ты служишь Дону? Кто-то же должен о них позаботиться. Эта участь выпала мне. Большая честь. И к тому же позволяет заниматься тем, что мне нужно. Ребята здесь немного буйные, но мы заключили соглашение. Я их лечу, а они не мешают мне проводить исследования. Исследования? Именно. Здесь многое предстоит открыть. Например, магический барьер в подземелье. Магический барьер? Они были очень неглупыми, те, кто здесь строил. Они полагались не только на железо и камень, чтобы защититься от людей. Они, кроме всего, владели магией. Если отважишься проникнуть вглубь храма, то увидишь сам. И это не единственное на острове место, охраняемое с помощью магии. Ну, я так понимаю, этот барьер просто не пропустит нас дальше. Вот, и это все его вот свойство, вся его особенность. Что ты можешь рассказать мне о монастыре? Это место для размышлений и получения знаний. Место для медитации. Впрочем, сейчас это всего лишь отвратительная площадка для учения инквизиторов. Там, где царили безмолвие и мысль, теперь раздается стук дубин упражняющихся воинов Ордена. Но там есть те, кому важны науки, те, кто хранит знания Ордена. Кто-нибудь из них может поделиться своими знаниями? Можно обратиться к мастеру Илюмару. Он обучает делать свитки. Возможно, это простая магия. Но было бы ошибочно недооценивать силу свитков. Спасибо. Поговорю с ним, если встречу. Я бы сделал то же самое. Ты не пожалеешь об этом. Что ж, мы обязательно поговорим с этим Иллюмаром. Маг, что я должен сделать, чтобы овладеть навыками, нужными в магии? Эта тропа приведет тебя в Харбор-Таун. Думаю, поиски этой твоей магии лучше начать оттуда. Вообще, на самом деле, меня магия не особо интересует, но если мы получим там какие-нибудь способы, возможно, свитки создавать или что-то это, ну, нужно уже будет посмотреть. То есть я хочу как бы быть воином, но, типа, если нам позволят иметь немножко какой-нибудь магии, то я от этого, конечно же, не откажусь. У тебя есть что-нибудь на продажу, маг? Так, ага. У него есть рецепты для приготовления зелий. Да, чем лучше зелье, тем, соответственно, более лучшие ингредиенты оно требует. То есть, на самом-то деле,
наверное, сейчас выгоднее будет какие-то вот эти вот лечебные травы, растения экономить, чтобы потом можно было делать из этого зелье, которое будет больше восстанавливать. Вот, но для этого придется, конечно же, немножко владеть алхимией. Вот, и на самом деле, я был бы не против, честно говоря, немножко поизучать алхимию. Кстати, у него также мы можем и приобрести вот просто так огромное количество разных зелий. Вот, ну что-то пока что золота у меня не особо много. Покупать ничего не буду, ладно, но на самом деле насчет алхимии нужно задуматься. Вот. Вещь неплохая. Я был бы не против, на самом деле, ее изучить. Давайте, кстати, посмотрим, а чего это нам будет стоить. Что ты можешь рассказать мне об алхимии? Так, это будет стоить 100 монет, 5 очков обучения. Мы сможем тогда варить какие-то простейшие зелья. Так, навык алхимии у нас, как, допустим, взлом состоит из 3 уровней. Вот, кстати, я не помню, а взлом-то мы... У нас первый уровень был изучен автоматически или нет? Наверное, нет все-таки. Вот, 3 уровня. Я так понимаю, что первый позволит нам варить какие-то простейшие зелья, второй чуть посложнее, но логично. А вот третий уровень позволит нам, скорее всего, наверное, создавать какие-то зелья на прибавку к каким-то статам. Вот, это чисто мое мнение. Не факт, что на деле это именно так. Так, и я хотел бы здесь на самом деле еще почитать... Бац, и все. Самые страшные ошибки алхимика. 10 опыта мы с этого получили, не особо много. Вот тут есть какой-то рецепт. Может быть у меня получится его как-то выкрасть. Они сказали, что на некоторое время... Так, и что это за рецепт? Это рецепт слабого зелья маны. Мне бы хотелось вернуться в материю. Вот, для этого нам, как видите, требуется знание алхимии уже первого уровня. Вот, этот рецепт, кстати, мог бы и купить у него. Спокойно. Вот мне непонятно, на самом деле. Совершенно безумный. Чёртовы воры. Нужны ли вот эти вот рецепты для того, чтобы... Все фермеры... Готовить. То есть там написано, как видите, количество необходимых компонентов для приготовления, но мне так кажется, что этот рецепт еще и необходим для того, чтобы, собственно, зелье сварить. То есть без него, даже если у нас есть все нужные ингредиенты, мы ничего сварить не можем. Но, в принципе, на самом деле немножко логично, потому что там может быть описан еще сам процесс приготовления. Вода и золото. Величайшее сокровище пустыни. Ну что ж, с этого мы тоже получаем не густо, всего 10 опыта. А больше здесь у нас, я так понимаю, никаких вот таких вот... Как они называются-то? Я не знаю, ну книжек, будем их так называть, нету. Окей. Наверное, нужно сейчас попробовать поговорить и с Рэйчел. Ну, конечно же, здесь снова пошел дождь. В принципе, я на самом деле не удивлен. Здесь дождь на этих болотах вот реально... Просто каждые 15 минут идет. Кстати. Брогер. Ну да, Брогер, как видите, теперь не против, если мы будем заходить в его дом. Поэтому я буду частенько здесь, наверное, тогда пережидать ночь, пережидать дождь. Так, это, к сожалению, не помогло. Окей, сделаем еще раз. Ну вот, другое дело. Давайте поговорим с Рэйчел. О том, что мы получили задание... О том, что мы, ну, как бы присоединились к бандитам, но на самом деле пока что еще непонятно. У нас, смотрите, видите... Ну, как его сказать-то? Ну, пускай будет наша гильдия. Вот, она по-прежнему находится на уровне странника. То есть нам по-прежнему здесь никто особо-то не доверяет. То есть мы как бы получили доступ к Дону, но...
это нам пока что еще ничего не дало. Видимо, когда вот мы выполним вот это вот задание, тогда-то как раз таки все и начнется. Кстати, не волнуйся, я не сказал твоему мужу о том деле с Брогером. Спасибо. Он бы все на меня свалил, как я уже говорила. Возьми. Это все, что я могу себе позволить. Но верность следует вознаграждать. Если б только ее можно было купить. Ну что ж, вот мы получили еще немножко опыта и 50 монет. Что ж, неплохо. Ну а на этом я, наверное, тогда буду заканчивать. Вот, я попробую разузнать, что так, что насчет вот этого вот квеста с захватом лагеря с артефактами, и стоит ли это сделать в ближайшее время. Ну, а так, на самом деле, у меня сейчас по планам отправиться уже в Харбортаун, ну и, наконец-таки, поизучать город, получить какие-то новые задания, ну и все такое, то, что я как раз-таки хотел сделать пару серий назад. Я думаю, что если вот не вот этот вот квест, то тогда мы как раз-таки уже займемся Харбортауном. Но я с вами прощаюсь. Надеюсь, что следующая серия все-таки выйдет, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Что, по крайней мере, вам не придется ждать там месяц или больше. Надеюсь, что через недельку все-таки я постараюсь ее выложить. Вот. Но опять-таки, как я уже сказал, пока что ничего обещать не могу. Но с вами все это время был я, Виктор. И до встречи в следующей серии. Всем пока.